Президент Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Джалалабадскую область ознакомился с ходом строительства жилого комплекса в Джалалабаде, который ведется государственной ипотечной компанией. Строительные работы ведутся на территории 1,6 гектаров, количество квартир 639, общей площадью 34,5 тысяч квадратных метров. В жилом комплексе предусмотрены детская площадка и парковочные места. Садыр Жапаров подчеркнул, что государство в дальнейшем будет увеличивать строительство социального жилья с тем, чтобы предоставить нуждающимся ипотечные квартиры по льготным процентам. В этих целях по всей республике по линии государственной ипотечной компании начнется строительство многоэтажных домов. Президент с удовлетворением отметил ход строительства жилого комплекса в Джалалабаде и напомнил необходимость строгого соблюдения строительных норм и применения качественных материалов.